Боря. Боря. Да. Садись ко мне. Значит, дорогие друзья, то, что будет сейчас происходить на этой сцене, казалось бы, также ранее невозможно. Эти два человека, которые выйдут на сцену, занимаются, казалось бы, одним и тем же делом, но по-разному. Одним и тем же. Одним и тем же. Все. Да, одним и тем же занимаются. Вот. Но задача соединить их – наша прямая задача. И мы постараемся это делать, хотя то, что они делают, безусловно, нужно нам всем. Что за жест такой? Нужно, короче. Да, нужно. Итак... Ты кого будешь выводить? Ты белого или черного? Я не знаю, ну давай скинемся. Давай скинемся. Если это черное, это белое. Если не черное, черт черное. Раз, я белый. Значит, я черного. Дорогие друзья, итак, у нас в гостях доктор Кошмаровский и доктор Чувак. Что меня пригласили. Вот, я вам сейчас дам заряд бодрости, свежести на всю оставшуюся жизнь. Я думаю, что вы захватили с собой баночки и крема, как я. Не обращайте внимания, что я буду делать. На меня можно не смотреть. Итак, я начинаю. Камера будет мешать. Камера осторожнее будет мешать. Я выступаю на стадионах не для того, чтобы заработать популярность. Вы сейчас в этом убедитесь. Те, кто не чувствует меня, пожалуйста, не чувствуйте. Это как касается всех, в том числе женщин. Вы напрасно закрываете глаза сейчас. Я к вам обращаюсь, да. Я вижу, что вы не чувствуете меня, сидите, расслабьтесь просто. Слушайте. Итак, все. Я прошу внимания. Итак, все, кто меня сейчас слышит. Все, кто меня слушают. Можете закрыть глаза. Или не закрывать их. Вы закрыли глаза? Лучше закрыть.
Думайте о том, что думаете. Делайте то, что делается. Или ничего не делайте. Итак, я даю вам установку. Ваша слизистая в полном порядке. Те, у кого нет волос, чувствуют их рост и шелест. Те, у кого не в порядке мочевой пузырь, сегодня почувствуют свой будильник. Он разбудит вас вовремя, можете спать спокойно. Писайте, писайте, где, кто, когда, с кем хочет. Я заряжу ваши будильники. Располагайте ваши будильники перед голубым экраном. Вы мешаете мне. Тем, кому я мешаю, я разряжаю будильники. Я даю вам установку, что вы мне мешаете. Я заряжаю вашу установку. Я считаю до 10. К тем, кто в зале, это не относится. На счет 10 вы покинете это помещение. Итак, музыку погромче, пожалуйста. Раз. Два. Вы почувствовали зуд. Прям мурашечки ползут. Три. На себя посмотри. Четыре. Не у себя в квартире. Пять. Стало плохо заряжать. Шесть. У меня газета есть. Семь. Я желаю счастья всем. Восемь. Догорает в листьях осень. Ну вот теперь нам больше никто не мешает. Все настроились, успокоились. Больше в ту сторону не смотрим. Вас ничто уже больше не отвлекает. Итак, музыку чуть потише. Осталось совсем немного времени. Сеанс в это время все время шел. Сейчас он продолжается. Осталось совсем чуть-чуть. Те, кто смеялся, перестанут сейчас смеяться. Те, кто не смеялся, значит, так и надо, не надо насиловать себя. Тот, кто в 9-м ряду. Да, я к вам обращаюсь. Я очень надеюсь на тебя. Не подведи меня. Все будет в порядке. Все будет хорошо. Все будет хорошо. И у тебя, и у меня. Итак, 9. Кошмаровскому не верите. Послушайте, чувак, ты свободен. Итак, не отвлекаемся. 9.5. Я надеюсь на тебя в 9-м ряду. 9.25. Постепенно просыпаемся, те, кто заснул. 9 с ниточкой. Не смотрим в ту сторону.
9 с иголочкой. Я заряжаю вас, выпускники. Всем выпускникам я отдаю свою установку. Забирайте ее, она мне больше не нужна. Вам она пригодится еще. Теперь все рады видеть вас в вашем доме. 10. В вашем доме. В вашем доме. В вашем доме узнал я впервые.